тебе машину, если ты согласился купить? Там сидят работники. Это все работники, это все сладкие работники. Боже, задыхаюсь в этой маске. Очки запотели. Какая дурость вообще. Причем эти работники вот так ее носят. Вот так. Так, под носом. Какой смысл в этом? Объясните мне. И вон под носом маска. Конфетки, шоколад, клетки. Новая чипсы. Заправка, Вава называется. А вот почти Вова. Вова, да. Вот кофе. Берешь сама стакан, наливаешь кофе. Я не знаю, как это все работает. Вот надо делаешь просто. Себе вот цены что стоят. Это? Смотри, видишь? Блинчики делаешь себе сам. Какие Pumpkin. Блинчики? Это кофе все стоит. Pumpkin spice. Что это? Как переведи? Френч ванила. Френч ванила. Да, это кофе все разное. Какая бестолковая. Вот смотри, стаканы бывают разных этих самых. 12 азет, 16. Вот цена на стакан кофе, видишь, вот. Self-serve. А что такое travel mug refill, я не знаю, что это такое. Кофе to go, видишь. Ордеры тачскрин. Где этот тачскрин? А это что такое? А это еще тоже кофе. А это какао, наверное, еще что-то, я не знаю. Не знаю, как это работает все. Ладно, пошли дальше. Вот смотри. А это что? Ну тут вот еду заказывают как-то на этом. Touch screen to order, да. Нажимаешь screen. Оно выбирает. У них вот тут есть где-то написано, что у них тут есть. Да я даже не знаю, как это само. Я знаю, что народ приходит, набирает на этом самом, на компьютере, что он хочет. Ему говорится, какой-то номер дается. Ты хочешь меня сделает. Здесь покормить, Вава? Я не знаю, я тебя не хочу покормить. Ты меня завез подразнить меня? Сигарет, я тебе показать, что это такое. Едем колесико подкачивать. Здесь бесплатно, на этой Ваве. И сигареты дешевле, да? Ну, мои сигареты чуть-чуть дешевле, чем на других заправках, да. Подает воздух. Здесь есть такая штука, иди сюда. Вот оно показывает давление, которое выставлено. Нам надо 3,5. Я добавляю воздух, видишь? 3,5. Все, теперь я беру эту штуку и иду к каждому колесу по отдельности. Впереди мне надо видеть, где тут вот эта штука, где куда, где та, вот она откручивается. Свети, если можешь посмотреть. А, ты не можешь светить сейчас, да? Надо открутить колпачок. Ставить эту штуку сюда. И вот, воздух пошел в колесо. Видишь, у нас сколько было спущено? Было 2,9. Видишь, там давление светится, 2,9. Вот оно так качало. И... 30 сейчас. Оно запищит, когда будет 3,5. Оно запищит, да? Все, 35. Все, видишь? Да. Это колесо готово. Теперь идем на другое. Но надо колпачок закрутить назад. Ну какой у меня муж замечательный. Все умеет, все знает. И меня учит. Ну, а вдруг у тебя так случится в дороге? Я тебе позвоню. Так, все, пошли ко второму колесу. Откручиваем 5 колпачок. Вот я его открутил, видишь? Теперь этой штукой нажавил, надал, поставил туда и надавил. Все, пошло качать. Я теперь далеко от этого экрана, я не вижу, когда будет 3,5. Оно запищит. А вот оно запищит. Вот ты смотри, стой и давай.
30. Все колеса надо подкачивать. Проверять всегда надо все. Все проверять. Ой, блин. Засранцы, блин. Люди. Так, грязи сколько. Понасирали. А. Когда ты это делаешь на заправке, там, где ты платишь эти, туда кидаешь квотеры в эту машину. А если нет, разменять? Тогда, если нет, идешь, меняешь на кассу. Please но проблема... Есть. А? Please change. Да, change by quarters. Ты просто там она... Я тогда все четыре колпачка снимаю и от колеса до колеса бегаю быстро, потому что она там включается, эта машина, всего на 2 минуты может там, быть. Где платишь, да? Там, где платишь, да. Но тебе не... Это ему это бесплатно, поэтому я не спеша каждый открутил, накачал, закрутил. Это только на этой заправке бесплатно? На ВАВах на всех бесплатно, а на остальных надо платить. Где $1.50, где доллар? И где эта ВАВа находится? Ну это где? Это по дороге от Волмарта к нам домой. Сейчас я тебе сейчас все сообразил. Я уже сообразила, вон вот высокий это, дом. Как только этот, как мост этот проехали, сразу влево. Вот те и ВАВы. Там есть разворот налево? Вот на этом, вот тут мы повернули налево. С той дороги нету, там разделительная полоса. Подожди, а если от нашего дома ехать? Тогда надо вот на этом светофоре налево и сразу направо. Как я ехал только что. Ты что, не обратил внимания, как я ехал? Ой, Вова. Ой, Вова. Все, живет собачка. Его зовут Бусянька. И когда мы с ним играемся или что-то делаем, мы с ним говорим, что он, мы с ним, в нашем разговоре мы употребляем слово «слушается» немножко в таком смешном контексте. Говорим, что бучка нас шлюхается от слова «шлюхать». И сегодня у нас зашел разговор о том, что папа любит женщин-шлюх. У мамы глаза вылезли на лоб, она говорит, почему так? Я говорю, те, которые шлюхаются мужчин. Я тебя шлюхаюсь. Молодец. Бусяня, ты папу шлюхаешься или маму шлюхаешься? Обоих шлюхаются. Так, едем. Куда мы приехали? Автомобильный бульвар называется. Автомобильный бульвар. Здесь все... Одни дилершипы. Все... Audi. Все марки представлены, автомобили. Это Silver Spring, город. Honda. Вот. Вот BMW. Интересно, сколько тут машин? Тысячи? Машин здесь тысячи. When you start, you push brake. Еще одна BMW-шка, кабриолет, тоже 18-го года. Цена выше. Это все BMW стоит. У этой машины меньше пробег. Нижний ряд. Машин до хера выбрать не можем, да?